Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про травку астрагал шестицветковый. Ее поистине называют травкой королевских кровей. Ученые нашли в ней очень большое количество селена. Места, где она растет, селена, другие травы столько не имеют, сколько содержится в королевском астрагале. Кроме того, в ней находятся кислоты незаменимые, омега-3, омега-6 и достаточно много коллагена. Поэтому спектр применения этой травы очень широкий. В первую очередь, это заболевание сердечно-сосудистой системы. Он очень хорошо снижает кровяное давление. При гипертонии используется. Во вторую очередь, не менее важное его свойство для улучшения костно-суставной системы. Кроме того, он полезен при заболеваниях печени, воспалительных процессах и даже при циррозе печени, при заболевании и воспалительных процессах почек. Ну и хорошо будет для женщин, которые следят за своей внешностью, поскольку наличие коллагена в нем приводит к омоложению нашей кожи.